В администрации Каспийска накануне прошло совещание с сотрудниками Министерства промышленности и торговли республики, МВД и налоговой инспекции. В ходе встречи был выработан новый формат работы, а именно процедура прекращения деятельности торговых объектов, в отношении которых выписаны протоколы согласно статье 14 пункта 1 Налогового кодекса Российской Федерации. Это те объекты торговли и предпринимательской деятельности, которые не соблюдают налоговое законодательство, сегодня не стоят на налоговом учете, и ранее были выписаны им протокола по 14.1 незаконная предпринимательская деятельность, не все исполняют эти протоколы и становятся на налоговый учет. 18 января по этому случаю представители госструктур региона и администрации города провели мониторинг некоторых продуктовых магазинов, СТО, салонов красоты и ателье. В ходе инспектирования владельцам было дано разъяснение, что в случае несоблюдения правовых требований все материалы будут переданы в прокуратуру для принудительной приостановки предпринимательской деятельности до постановки на налоговый учет. Хочу обратиться ко всем предпринимателям или ведущим там незаконную деятельность, даже нельзя их назвать предпринимателями, а это люди, которые не исполняют законные требования, что эта работа будет проходить, продолжена. В любом случае в принудительном порядке эти объекты будут закрыты до исполнения законных требований законодательства и постановки на налоговый учет. В мониторинге приняли участие и представители коммунальных служб «Водоканал», МБУ «Зеленый город», «Электросети», «Горгаз», которые выявляли факты наличия или отсутствия законного подключения к городской инфраструктуре. Отметим, что подобные рейды будут проходить в Каспийске два раза в неделю.